Так ты до нас с Леней доберешься. А вы как хотели? Не-не-не, все правильно. Каждый должен заниматься своим делом. На 83-м году ушел из жизни советский и российский актер театра и кино, продюсер, заслуженный артист Российской Федерации Валентин Голубенко. Валентин Голубенко родился 8 октября 1940 года в Днепропетровске. Окончил Харьковский театральный институт. Был актером Севастопольского театра Краснознаменного Черноморского флота. С 1968 года играл в Центральном театре Советской армии. Много снимался в кино. Появился в фильмах «Приключения принца Флоризеля», «Аллегра с огнем», «Серая мышь», «Похищение чародея», «10 лет без права переписки», «Дикое поле», «Мастер и Маргарита», «Азазель», «Знахарь», «Большая нефть», «Шулер» и других.